Привет, друзья, с вами снова Андрей Сайфутдинов, и сегодня распаковка Canon 5D Mark IV. Поехали! Ну что, Canon 5D Mark IV уже далеко не новинка. Один экземпляр камеры, вот тот, который уедет в сервисный центр на ремонт, у меня уже 1.5 года. И вот она, вторая камера. Вовремя она ко мне приехала. Ну, месяц полежала и сломалась та камера. Так что все хорошо, я не горюю. Поехали распаковывать и смотреть, что тут у нас лежит. Итак, тут какие-то диски, причем диски вот такие вот. Вербатим, Canon EOS Digital, софтвары еще кэноновские и вербатим. Замечательно. Так, здесь у нас чеки на покупку. Я купил сам питак плюс еще флешечку SD-шную. Гарантия не оригинальная. Теперь-то я сомневаюсь немного после того, как тот RST-шный гарантийный фотоаппарат сломался. Ну, здесь не фирменная, но гарантия есть от магазина, не скажу от какого, но и вроде бы как есть. Ну и вот она, коробочка. Здесь должна была быть толстая инструкция, с тем фотоаппаратом у меня она была, толстенная, на разных языках. Здесь нету, потому что, по всей видимости, в той инструкции русского языка все равно не было, поэтому и не вложили вообще, убрали. Вот, и вот так вот выглядит внутри коробочка. Здесь у нас, давайте начнем с маленького, это шнур USB-шный, USB 3.0. Что здесь за концы? А концы здесь вот такой 3.0, а это прикручивается держалка в фотоаппарат, чтобы случайно не выдернуть шнур. Вот. Интересная штуковина, сбоку приделывается, но я такими штуками ни разу не пользовался. Это, по всей видимости, чтобы на лету сразу сливались фотографии в компьютер через шнур. Дальше это шнурочек, евровилка, шнур для зарядки, непосредственно сама зарядка, аккумулятор, за что я обожаю фирму Canon, что аккумуляторы очень универсальные. Какой бы пятак ни взял, аккумуляторы идут одни и те же. Кроме пятаков еще и на всякие другие, там и шестерка, и семерку, по-моему, идет. Вот, новый наглазничек. Я его не буду эксплуатировать, так и оставлю. Свеженький, новенький. Вот, ну и гордая такая вот EOS Mark IV веревочка. Так вот. И самое главное, что у нас осталось, больше у нас ничего там не осталось. Самое главное, вот она, камера. Камера привычная в руке, отличная. Все идут споры, зеркалки, без зеркалки. Я не могу, это же самый удобный корпус. Он очень классный, эргономичный, в меру большой, в меру небольшой и очень удобный в руке сидит. Он очень универсальный и для руки девочки очень хорошо. Для средней руки, как у меня, нормально, удобно. Для большой руки можно добавить вот такую резинку, будет еще шире хват и защита фотоаппарата от трещин, сколов и ударов. Вот. Потом еще можно добавить батарейный блок, что мы сделаем в следующем видео, примерим. Новый батарейный блок мне пришел. Вот. Насколько это удобно, неудобно, поделюсь своим мнением. Вот. Что еще? Попробуем включить, вообще работает он или нет. Так, батареечки. Батареечки у меня постоянно почему-то теряются. Вот, я нашел одну классную фирму батареи, которая служила мне очень-очень-очень долго. Что-то как-то какой-то неудачный корпоративчик был, где у меня куда-то ушло. Видать, видеооператоры увели пару батареечек. Батарейки классные, универсальные. Но здесь я слышал, что изменили. Да, LPE6N с приставкой N. Наверное, увеличилась чуть-чуть емкость. Я не уверен. Посмотрим. Но, тем не менее, проверено, подходит на все, со всех старых, с марков, со вторых, с третьих, каких угодно, все подходит. Вот она, новая четверочка.
Как обычно, отличительная черта профессиональной техники то, что две флешки, чтобы параллельно писать на две флешки. Вдруг что-то с одной случается, на второй кадры есть, и это очень важно. Это очень классно. Накрутим сейчас объектив 50 мм. 1.2, просто потому что он под рукой, потому что он маленький. У меня это куча разных объективов. Это может быть не самый любимый объектив. Есть и полюбимее. И что? И не включается, да? А почему? Что, разряжен, что ли? Да ладно. Фух! В общем, ребят, все было дело в аккумуляторе, оказывается, аккумулятор был разряжен, потом взял с другой камеры, в ней тоже был разряжен. Короче, все нормально. Включилось, фокусируется, снимает. Все супер. Так, ну что, что по ней можно рассказать? Клевая камера, высокое разрешение, классная фокусировка. Можно снимать в режиме Live View, примерно так же, как на беззеркалке. Все то же самое, то есть смотреть по дисплейчику и фотографировать по дисплею. Классная фокусировка, очень точная, очень быстрая. Можно отключить еще, чтобы не показывала вот это вот 5-секундная или сколько там секундочек показывает сделанную фотографию. И следящий фокус еще поставить, и будет вообще все так очень быстренько, шустренько и без блэкаутов, и не будет вот показывать вот эту фоточку, можно непрерывно снимать. Видео вообще шикарненькое, но обычное видео я снимаю на нее для своего канала, на четверку. Вот, плюс Wi-Fi, конечно, очень удобно, можно, когда неспешно, скидывать сразу фоточки в Instagram, не вести во время съемки и все такое. Вот. Ну, занимает некоторое время, конечно, но очень приятный бонус, очень классно. Во всех отношениях камера клевая. Я думаю, что отдельное видео я сделаю, обзор, отзыв спустя полтора года использования. Хотел на год использования сделать, так руки не дошли. Вот. Может быть, я сделаю, если надо будет, спустя полтора года все отзывы, все косячки и так далее. А пока что делаю настройку, потому что завтра я снимаю, все свои настройки возвращаю на эту камеру. Ставим в следующем видео батарейный блок, смотрим, нужна эта штука или нет. На эту камеру я куплю защитное стеклышко сюда, наглазник куплю и резиновый чехол. Резиновые чехлы есть разных цветов. Давайте проголосуем, какого цвета взять чехол. Красный, желтый, хаки защитного цвета или простой черный. Пишите в комментариях, каких будет версий больше. Такое возьму, поставим, посмотрим, как будет выглядеть. Ну и батарейный блок тоже поставим. Все, что можно накрутить, накрутим. И если еще есть какие-то аксессуары, которые я не знаю, да, еще вот такую вот ручку, только новую, и, может быть, кожаную по возможности, поставим. И если я еще какие-то аксессуары забыл, если какие-то аксессуары хорошие, годные есть, которые упрощают жизнь фотографу, пишите свои версии в комментариях. Вот. А пока все. Спасибо большое за внимание. С вами был Андрей Сайфутдинов. И пока!